Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня обзор моего набора, который вы видите в видео в течение года. Вот, я обещала вам снять, конечно, уже прошло больше года немножко, ну, где-то на пару месяцев, но, в общем, ну, все равно. Значит, примерно год использования моего. Видите вы часто на моих видео этот набор, все его плюсы и минусы. Вот, ссылку на первое видео в прошлогоднее, когда мне пришел этот набор, я вам оставлю своим, в общем, посмотрите, тоже интересно, я думаю, вам будет мое первое впечатление, это у меня второе впечатление, вот, и я вам сейчас расскажу мои наблюдения, мой опыт работы именно с этими спицами, и что мне не хватает. И что мне нравится, да, что мне не нравится, не хватает вот в этом наборе, и что мне нравится. Итак, так как я Маша Растеряша, с медалью Маши Растеряши, я, конечно же, растеряла много вещей, ну, тут еще был сантиметр, я вот, вы знаете, я сейчас пришла быстренько снимать это видео, и надо было бы... Правильно было бы посмотреть мое первое видео и сравнить, как бы основываясь на то. Но я вот открываю и сравниваю, вот что есть, то есть. Одних спиц тут не хватает. Я вяжу этот джемпер Брунелло Кучинелли. Одни вот отдельно, я вам объясню почему. Значит, что касается по наполнению этого набора. Все мне нравится. Четыре пары вот этих вот съемных лесок разной длины, что очень неудобно для вязания в круговую, для воротника, для горловины. Это большой плюс. Я могу менять, да, то есть эти лески, они разные, все разные длины. И та четвертая, всего их 4 было. Вот, это очень удобно. Далее, вот такие вот соединители для этих лесок и вот эта вот проволочка, это для утяжки. Проволочка вот эта ни черта не дает, извините за выражение. Вот две эти штучки для соединения. Но утянуть не получается. Спицы, вот когда я одену спицу, в процессе вязания мне нужно их подкручивать. Это минус. Да, это так. Даже вот эта вот штучка, она не затягивает. То ли у меня мало сил, я не знаю почему, то ли мне попался такой набор. Вот, он легко, а в процессе спицы очень гладкие и легко скользят, что является плюсом, но при этом минусом, потому что это как бы дает повышенную раскручиваемость этой спицы. Ну, в принципе, я уже привыкла и заметила, что я это делаю автоматически, подкручивая эти спицы. Она так, знаете, по ощущениям, когда вяжешь, начинает болтаться все. Это уже знак, что нужно подкрутить, прижать. Так, маркеры не растеряла. Может, и растеряла, но они у меня просто лежат всегда в отдельной коробочке. Я их беру, когда пользуюсь, чтобы набор не раскрывать. То есть, эти штучки на месте. Вот чего одной иглы, по-моему, не хватает. И не хватает сантиметра. Это я так по памяти. Может, там еще что-то было. Ну, в общем, иглу потеряла. Это у нас заглушки, что тоже дает нам возможность вязать как бы не на круговых спицах, а одеть две лески и закрутить заглушки. На спицу тоже очень удобно. Это из плюсов. Далее, по размеру спиц. По размеру спиц. Спицы у нас есть вот такой вот измерялка. Искала русское слово и не нашла. В общем, это у меня измерялка размера спиц. Спицы интересные размеры. Здесь не 3, 3,5, 4, 4,5. Тут 3, 3,25, 3,5, 3,75. Вот как-то и оно перескакивает. Не все вот эти размеры спиц как бы есть. Вот 2, хотя здесь измерялка от 2. Вот нету тонких спиц. Вот это мне не хватало, очень сильно не хватало тонких спиц. Вот, я бы посоветовала производителям добавить тонкие спицы, потому что я бы сюда добавила. Что еще бы добавила?
добавила бы сюда крючок хотя бы один. Вот для таких манипуляций, если рассчитывать на этот набор как дорожный, я сюда запихивала еще пару крючков. И в принципе-то другие ножницы, потому что эти оказались тупыми изначально. Это в минус идет этому набору. Ну, может, мне такие попались. Советовали девчонки иголочкой подточить. Что-то я знаю об этом способе, я им пользуюсь. И вот, кстати, большие, ну, ножницы, которые для тканей у меня, прекрасно они точатся. Ненадолго, конечно, но тем не менее в экстремальных ситуациях, когда срочно нужно что-то кроить, они не режут, то помогают. Эти же почему-то мне не получилось. Минус. Вот. Ну, это, я так думаю, не так важно. В любом случае, у вас есть свои ножнички любимые, и вы слегка... Тут вот этот чехол, видите, тут очень много места. То есть, все, чего вам не хватает, вполне себе реально сюда запихнуть. Это в том случае, если вам нужно куда-то в поездку с собой взять, что для меня является огромным плюсом этого набора. Почему? Объясню. Я этот год как раз этот год я ездила очень много, и я ездила с этим набором, девчонки, добавила пару крючков сюда, добавила тонкие спицы и поехала. Лягусенький, очень легкий, вообще незаметный, сумки в чемодане, плоский, легкий, плюс, однозначно плюс, огроменный. Так, спицы, я сказала, от 3 миллиметров до 10 размер, 4 вот эти штуки, съемные лески. Не хватало крючка и тонких спиц, это я сказала. Маркеров было больше, они у меня отдельно. В принципе, все, да, все, что касается по наполнению этого набора. Цена достаточно, единственное, что, девчонки, вот раскручиваются спицы, это я сказала, да, и цепляется вот здесь вот при передвижении. Ну, это и писали девчонки в этом в комментариях, что цепляется. Да, цепляется, да, я тут соглашусь, это действительно минус, и действительно так оно есть. Но я вам скажу, цепляются и обычные спицы, вот которые мы покупаем по отдельности, они у меня цепляются. Вот. Ну, цепляются, понятное дело, когда вяжете ну, тоненькими спицами плотное полотно. Когда вы вяжете толстыми, ничего там не цепляется, все болтается и все прекрасно движется. И еще что у меня случилось, смотрите. Сломалась одна леска. Вот она. Я ее, конечно, не выбрасываю. Я ее, конечно, выбрасывать не буду. Я ее оставлю. Может, все-таки найдется какой-то человечек, который мне это починит. Потому что это самая длинная леска в наборе. Вот. Вот. Ну и, соответственно, большим плюсом является цена. Потому что спицы, я как посмотрю цены на спицы, мне плохо становится. Мне плохо становится от этих цен на спицы. Это бюджетный вариант. Кстати, наверное... Забыла сказать самое главное, что набор этот с AliExpress я заказывала. Ссылочку я под видео обязательно вам оставлю. Ваше решение, покупать его или не покупать. Потому что в любом наборе будут и плюсы, и минусы. Ну, возможно, вот тоже мне напишите, пожалуйста, в комментариях, девчонки, у кого дорогие наборы для вязания. Вот им, я понимаю, что это какие-то, может быть, брендовые, супер-пупер шикарные. Но так как я Маша Растеряша, то для меня лучше бюджетный и купить их потом через 2 года его подкупить еще один. Вот, на удивление, при всех моих перемещениях в этом году их было очень много, не просто много, а очень много. Он выжил у меня, и вот только вот эта вот неприятность случилась. Ну и потерялась там иголочка. Ну, я не считаю это большой потерей. Я думала, что растеряется всего больше. Может, там что-то еще было, девчонки? Надо было мне пересмотреть первое видео. Ну да ладно, основные из спиц ничего не потеряла. Это просто в работе, и четвертая леска тоже в работе. Вот такое мое мнение. Я считаю, что набор как бы для, как сказать, соответствует своей цене, скажем так. Не знаю, как дорогие наборы соответствуют или нет. А вот этот вот стоит недорого. И в использовании вот на то, что он
У меня год, и вы знаете, что вяжу я активно, и последнее время только спицами, потому что у меня в основном девочки, которые спицами вяжут, вот так сложилось, да? Поэтому год я активно вязала этим набором. Если у вас имеется толковый мужик или сосед, вот, то вот эту неприятность, я думаю, он легко устранит, да? Ну, это вот, вот буквально на днях у меня это случилось. Вот. Вот такие вот дела. Вот такое мое мнение. Что касается вот этих вязания, особенно вещей бесшовных. Вот это главный плюс. Очень удобно вязание бесшовных вещей. Вы все лески чик-чик-чик соединили. И вы можете одеть вещь, реглан, допустим, да, и вам надо определить, сколько этого реглана вязать, шикарно, просто шикарно. Соединили все лесочки, одели на себя, убрали лесочки, вяжите дальше. То есть, бесподобно, для кругового вязания вообще идеально, что вот эти лески все можно соединить. Вот, заглушечками тоже я очень активно пользуюсь, потому что если одну деталь вяжу, да, разделяю на части, допустим, спинку, переднюю деталь, оставляю на леске с заглушками, не тарахтят спицы, не слетает, все очень удобно и легкое оно, все очень легкое, поэтому удобное. Вот такой вот мой обзорчик года использования этих спиц. Я же говорю, ссылочку я оставлю. И вы знаете, я вот смотрела на цены других спиц. Вот мое мнение сейчас, после года использования, вот год назад, посмотрите первое мое видео, когда они мне пришли, вот сейчас я вам скажу, что я бы дорогие спицы не купила. Я лучше бы купила двое таких, а вообще я хочу, девчонки, я, наверное, это сделаю, я хочу заказать еще с Алиэкспресса вот эти наборы, которые там тоненькие спицы, и я хочу заказать набор носочных спиц, потому что в последнее время, знаете, что я определила? Мне удобно вязать рукава и горловину на носочных 5 спицах. Вот я их не любила, не любила, а тут вдруг раз и полюбила. И любовь проснулась, и мне чем перетягивать, вот, вернее, не перетягивать, лесочка-то коротенькая, а рука у меня, вы же видите. И узенький рукавчик, оно все равно неудобно, ты там подвигаешь по 2 петли. А вот на 5 спицах мне чик-чик-чик, и быстренько это все получается. Вот поэтому я еще закажу, ну не сейчас, попозже. Вот, закажу набор носочных спиц, именно чтобы все размеры у меня были. И набор вот этих вот обычных спиц, тоже с Алиэкспресс, чтобы были маленькие размеры. И все, я буду укомплектована. Поэтому за цену, я так считаю, это мое мнение, вы не обязаны со мной соглашаться, за цену вот большого этого брендового набора спиц можно купить 3 упаковки с Алиэкспресс, вот эти вот носочные и еще там те, которые, в которых будут маленькие, хотя тогда получается, нет, этот набор все равно нужен, этот удобнее, удобен этими лесками, что их можно соединить в одну большую, поэтому я бы купила лучше 3 разных, чтобы у меня было, и еще бы к этому купила набор крючков, и все бы у меня было за ту цену одного набора. Вот такое мое мнение, девчонки. Ну, это мое мнение. Не обязан соглашаться. Я с вами соглашусь. Оспорите мое мнение, пожалуйста. Я с вами соглашусь. Возможно, я не права. Вот. Ну, на данный момент такое мое мнение. Еще закажу те все носочные и крючки, и все-все-все, и вам покажу. Все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.